рассвете маляр, и любил провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукционов, с каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешливый и алый румянец пленили его, и решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно, и портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно: «Да, хорошая кисточка, очень удачный портрет». Рассмеялся художник наивности девушки этой: «Да при чем же тут кисточка, дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света, и белилами выкрашу ночь на холсте на своем». Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь немало: «Мне казалось, что вы тоже кисточка в Божьих руках, и премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали, через ваши полотна свой мир открывает для нас». У художника точно свеча вдруг погасла улыбка, и, чеканя слова, он сказал раздраженно слегка: «Нет, Творец — это я, слышишь, я, и большая ошибка думать, будто бы я — это кисточка в чьих-то руках». Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте, и рукою уверенной снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой каморке когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках. Что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.